Я сейчас распишу с ручкой, дайте мне, пожалуйста. А мы потом его заполните, сейчас я здесь. Отложить, там заполнить. А вот здесь вот заполнить, указать город, Дагестан, ну и остальное все. Более тревожные. Более тревожные, да, правильно. Спасибо, Христос. Хорошо. Так, мы сейчас попросимся, Саша, разрешения. До свидания. Сегодня 17 июля 2013 года, среда. Мы находимся в Дагестане, Махачкала. И вот тут увидели вдруг комната для молитвы написана. В библиотеке. Комната для намаза. Мы спросили разрешение, и вопросов, говорит, никаких нет. Вот мы ее открываем. Для нас это очень удивительно. Мы православные христиане, об этом так заявили. И вот мы сейчас здесь зашли. Так можно, наверное, даже шагнуть тут. Мы ни на что не наступим с такой аккуратностью, чтобы преклонить колени и поблагословить Бога нашего. Мы так верим, христиане, во святую нераздельную Троицу Иисуса Христа. И чтобы Бог сохранил это место для многих, кто возносит молитвы для Бога. И чтобы здесь царил мир, любовь. Чтобы люди находили смысл жизни в служении Богу. Боже, милостив, будь негрешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняя, сокровища благих и жизни подателю, приди и селись овны, и очистины под всякие скверные, спаси блажи души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должников нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Господи, всемогущий Создатель неба и земли, Ты благослови нас прибыть в этот город Махачкалу. Благослови этот город и правителей его, дабы царил здесь мир и любовь, чтобы люди знали Тебя, единого вечного Бога-Творца. Благослови наш путь, сохрани нас от всякого рода зла и греха. Ты знаешь, Господи, что без хитрости мы получили эти дары и без лукавства отдаем. Даруй нам здравие возвратиться к семьям своим. Да будет благословено это место, чтобы приходящие здесь задумались о вечности, о небе, о любви Твоей безмерной. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Оставь, прости, Боже, согрешение наше, вольное и невольное. Я же в слове и в деле, я же в верении и неведении, в уме, в помышлении, в водне, в ночи, в осенней жизни нашей. Все нам прости, ибо Ты благ и человеколюбец. Аминь! Боже, милостью будь мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Аминь. Да будет благословенно и чисто это место. Да сохранит Господь всех приходящих сюда. Аминь. Аминь. Господи, Боже, сохрани это место. Господь, дай мир этому городу, мир и любовь перед этим небом. Чтобы люди искали Тебя единого истинного Бога, Господа нашего Иисуса Христа. И мир и любви, аллилуйя.